Привет, друзья мои. Как со школы? Пью чай. Я Светлана Та. Дурачусь, как ребенок. Новым годом здесь не пахнет. Вот такая у меня елочка. Я Ерушан. С Новым годом! Я Ерушан Лоскутос. Спасибо, что вы были с нами. Сегодня день рождения моей любимой дочери. Ей 30 лет. И я решила приготовить такую красивую пиццу. Мы так подсели на эту пиццу, благодаря моей подружке Олечке, которая нас балует своими мясными деликатесами. Доченька, поздравляю тебя, моя дорогая. Люблю тебя, моя девочка. Радуй меня. Будь счастлива. Сегодня у меня замечательный день. Посмотрите, какие подарки я получила снова. Домашние яйца. Две курицы домашние. И это цыплята для жарки. Масло сливочное. Творог, домашний творог, рыбка такая, рыбка и рулет копченый, куриный, а также докторская колбаска. Все они сами делают, друзья мои. Вот есть такие люди, которые делают все сами, и они привозят так в холодильниках, развозят все. Живут они в Анкаре. Муж с женой занимаются хозяйствами, четверо детей все помогают, потому что они это все свое вот это. Одна курица 150 лир стоит домашняя, а цыпленок 130. Вот такие вот люди есть, да? Дай Бог им здоровья, счастья, клянусь, говорю. И моей подружке, которая мне это все передала, Ольга, благодарю тебя. Друзья мои, вот это все стоит 1600 чем, 1700 лир. Вот такой подарок она сделала. Я не знаю. Ой, я не знаю. Благодарю, благодарю. Вот поэтому, друзья мои, верьте во все хорошее. Помогайте людям и делайте добро. И добро вернется вам. Пойду я раскладывать все. Потеряли вы меня, друзья мои. Я заработалась, и у меня было какое-то такое состояние не для видео. Ну, а я сейчас думаю, что это все восстановится. И мы пошли с Сашкой гулять. Какой мой любимый подъезд. Здесь мне так нравится моя внешность. Я так давно не гуляла. В воскресенье сколько? Я сижу дома, работаю. Сегодня ночью спала 3 часа. Работала, девочки, мальчики. Денежки зарабатывала. Инвестиционный портфель свой увеличивала, пополняла. Какой свинарник, друзья мои. Мелду. Так на самокатах две девчонки стукнулись. Как опасно вот так ездить. Чё б ты кликали, Герчек? Dengeni güzel kuramazsan ya. Yani arayla hareket edersin. Стали, стали. Слава Богу, встали. Страшно стало. Друзья мои, посмотрите, вот сейчас сидим со Шкивом, да? Как они кушают семечки, любят. Все любят семечки. Я, например, не люблю луцкать эти семечки. Они здесь соленые, и потом после них пить. А у нас, вот знаете, у соседки, невестка же, русскоязычная девочка, и смотрю, они на балконе сидят, луцкают соседушками вместе. Так вот. Ну ладно, дома убрать, а здесь все выбрасывает море. Наше красивое море с Мерсина. Наш Мерсин красивый. Боже, как хорошо вечером вышло хоть погулять. А то дома не заканчиваются делишки. Всем добрый вечер, мои дорогие. Сегодня у нас базарный день. Только-только я все разобрала по своим вещам. И вот еще даже не все. Мне творится хаос на кухне, потому что я их готовлю, запекла овощи. Здесь у меня печется хлеб из зеленой чечевицы. Мы вот купили сегодня две такие, два кавуна. Вчера что мы купили? Вот не сделаю я вам показ, не делаю. Потому что очень занята бизнесом, друзья.
все на ходу. Вот, купили такие принадлежности кухонные. Надо, кстати, разложить их по местам. Вот, мои дорогие. Сегодня купили виноградик вот такой вкусненький. Сейчас у меня вон промывается зелень. Здесь я приготовила пловый суп. В суп добавила картофель, морковь. Курица же большая. Не заканчивается курица. Так, мои дорогие, что у меня здесь? Все заполнено. Это тесто для пельменей. Это дрожжевое. Вот это для пельменей, это дрожжевое. Рыба балык. Балык, рыба. Яйца наконец-то сюда переложила. И вот сюда, потому что у нас вот сколько яиц. Так, что мы купили? Купили много баклажанов. Такой перец. Я быстренько все рассказываю, потому что мне некогда. Виноград трех сортов по 10 лир сегодня. Кстати, этот перец тоже 10, а патлиджаны по 6 или по 7. Вот эти огурчики по 8. Такие-такие помидорчики мы забыли купить. То есть нам не понравилось, а потом мы это. Еще что у нас есть? Ну вот, как-то мы сегодня не так уж много купили, но все-таки купили. Из фруктов больше ничего. Вот зеленушки взяли, мяту. Устала я, устала. Тут намыла, тут сейчас буду мыть. И так вот и проходит день бизнес-вумен. Сейчас кто-то будет говорить. Бизнес-вумен. Так не живу, да? А я такая бизнес-вумен. Я такая Бертана. Вы знаете? Бертана. Вот эту водичку. Сейчас все помоем вместе с вами, мои дорогие зрители. И все, будем готовить салатик. Какая вкусняшка из зеленушки. Так, мои дорогие зрители. А вот и я. Окно помыла. Вы знаете, что вы меня извините, тут я не знаю, что происходит с моим телефоном. Почему он двигается так, дергается. Но иногда хорошо показывает, иногда нет. Помыла окошки. Вот я все делаю, знаете, и окна мою. Такие чистенькие у меня окошки 2-3 дня назад. И гладила, и все на ходу. А на балконе так хорошо. Кстати, мои дорогие, у нас новость не очень хорошая. В один прекрасный день, 2 дня назад, я посмотрела, что моих птенцов нет на месте. Одного птенца нет на месте. Я не знаю, или он успел вырасти за неделю. Я вообще дня 4-5 забыла про него. И думаю, наверное, он этот улетел. Не думаю, чтобы что-то плохое с ним случилось. Ну вот там гнездо лежит. Я не знаю, может, она еще прилетит или убирать надо. Посоветуйте мне, убрать эту старую или как. Смотрите, какой у нас красивый вид. Боже, какой у нас красивый вид. Лето настоящее. Даже ночью жарко под одеялом и спать. Красивый вид какой и с этой стороны, и с той. Да благо, что у меня парк-то. Столько много пространства здесь. Так, что тут соседи? Соседи, давайте посмотрим. Там свет выключили, но соседи в основном. Все готовятся к ужину. Ну, так вот, вот такие вот делишки у нас. Я не знаю, когда вы посмотрите это видео, но видите, нарастающая луна. И все решения серьезные. Покупки недвижимости там и тому подобное, принимайте все решения после 5 октября, когда уйдет ретроградный Меркурий. Он вообще до 2, но лучше после 5 что-то делать. Вот и я тоже после 5 приму решение какое-то серьезное. Вот такие вот дела, друзья мои. Вы меня простите. Я-то записываю, но когда вы ее увидите, не знаю, все зависит от обстоятельств некоторых. А вот мой дом, мечта моя, видите, горит. Боже, как мечта, дом, мечта. Всем привет, мои дорогие. Сосу прополис и бегу на йогу. Бегу на йогу, мои дорогие. Сегодня у нас пасмурно. Но погода хорошая, теплая. О чем бы я хотела с вами поговорить? Прежде всего,
хотела бы вас поблагодарить за эти слова поддержки от вас. Вы меня вдохновляете, что ждете моих видео. Я безумно счастлива, что у меня есть такие мои родные подписчики. Даже новые, кто заходит, такие сладкие слова пишут. Просто душа радуется. И хочется что-то для вас делать, чему-то вас обучать, делиться своим опытом, своими мыслями. Вы мотивируете меня. Кстати, тут сидит бомж с рюкзаками. Видите? Да, в Турции есть бомжи. Не так много, но есть. Вот встреча молодых людей. После джами любят встречаться. Какие у меня сегодня дела? Я вчера получила письмо с приглашением на рандеву по получению гражданства 20 октября, 10 часов утра. И к этому времени я должна буду подготовиться. Как подготовиться? Выучить гимн, хотя бы 3 куплета, историю там, географию Турции, чтобы, если меня спросят, то я должна была ответить. Ну, а на моем турецком, что знаю, как умею, так и буду рассказывать. Всего вам хорошего, до новых встреч! Вот это вот растение приносит какие-то плоды, вы видите? Черника, да? Интересно, она съедобная или нет? Собрать урожай. Никто ее не кушает. Кисы! Кисы с мамой! С мамочкой кисы! И надо, знаете, что хочется такой вот кисунью такую, но... Вот эти кисюли такие хулиганки, такие хулиганы, такие вы классные! Какие вы хорошенькие! Лапуси, все, побежала я. Что тут у нас? Что тут у нас? Давно я вам не показывала, вы любите. Так, уточки, уточки, где все уточки? Уточки. Угу. Что-то у них разборки, разборки с утра. Мои дорогие, я так рада, что вам нравится мое видео. Именно такое, какое есть. Быт-шмыт. Быт-шмыт, да? Замечательные уточки. Все, смотрите, сколько черники. Ложный, лже-черника. Нет, ежевика, лже-ежевика. Интересно. Смотрите ее сколько, может, ее правда можно кушать. Сегодня на ужин решила по-быстрому приготовить соте куриное. Ну, какой-то у меня непонятный, красивый, вот смотрите. Томатная паста, но скоро она заканчивается. Свекровь мне тогда дала. Вот такая красненькая. Суп приучила мужа кушать. Но он куриный, как его выбросишь? А тут я приготовила булгур-плов. Точно так же, как и с риса. Он не без овощей, потому что, думаю, здесь овощи, везде овощи. Вот такой будет сегодня ужин. А также вот приготовила салатик. Ашкем, когда придет, помешает, потому что я ухожу. Ну, а я, друзья мои, бегу на зумбу. Приготовила ужин мужу и бегу на зумбу. День сегодня прошел. Ничего такого необычного не было у меня. Утром я сходила на встречу с девочками. Хорошо, хоть это у нас встреча есть по плану. И заставляешь себя выйти из дома. Погода сегодня мерзкая, облачная, солнышка нет и настроения нет. Я представляю, как вам живется, когда у вас постоянно дожди и еще какие-то пасмурные погоды. Тут только один день нет солнца, и то я уже какая-то никакая. Ну, я сегодня хорошо позанималась, порисовала нейрографику для себя, благодарности Вселенной.
Я приобрела, продолжила абонемент на йоги на 6 месяцев. Это у меня очень большая радость. Еще что могу сказать, похвалиться. Знаете, в последнее время я изучила крипто. Binance. Чем я занимаюсь? Изучением, обучением и зарабатыванием денег. Я уже знаю, как купить валюту за лари, за белорусские рубли, за русские рубли. То есть самая выгодная сделка с наименьшей, без комиссии. Так что, друзья мои, изучайте крипту, скоро мир перейдет на все, все будет оплачивать криптомонетой, это самый лучший способ. Скоро свифты и банковские переводы, свифты, и, наверное, мы забудем про них, потому что это уже в прошлый век. Так что, друзья мои, очень много у меня всего нового. Вот рассказала, чем я занимаюсь, я вернулась, я читала ваши комментарии вчера, я такая благодарная, вы ждете меня и нуждаетесь во мне, это так приятно, я пыталась, старалась ответить каждому из вас, мне очень приятно, вы себе не представляете, я никуда не ухожу, просто у меня был период, это было неделю назад, когда я вообще ничего не хотела делать, из-за того, что у меня было очень много дел и занятая была, и мне не было какого-то настроения что-то снимать, показывать. Я вот, как обещала вам, по чуть-чуть какие-то видео снимала, моменты интересные, и в итоге вот такие большие видео получаются у меня, они складываются, да. Но, наверное, ретроградный Меркурий все-таки действует на нас. Да, полнолуние, ретроградный Меркурий. Ох, эти звезды и Луна, как действует. Все, 5 часа заканчивается завтра, все будет хорошо, жизнь налаживается. И я тоже что-то хочу изменить в своей жизни. Так что скоро смотрите изменения моей жизни, какие произойдут. Может быть, не буду раскрывать, пускай это будет тайной. Ну, а я до 7:30 пошла готовиться. Ужин у меня готов, я накрыла его. Пашкин пошел с другом гулять, и все. Такие вот у меня новости. Так хорошо сегодня с девчонками посидели. Очень хорошо, у дочери все хорошо, у мамы все хорошо, у детей все хорошо. Ставьте лайки, подпишись на мой канал, нажми на колокольчик и на все уведомления.